Всех приветствую на своем канале, мои дорогие! Сегодня я поделюсь с вами своими секретами маникюра и педикюра в домашних условиях, а также чистка лица, как и с помощью чего я чищу свои поры. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и на моем канале, и, пожалуй, начнем. Все я делаю с помощью инструментов от фирмы Starix. Кто еще не знает, Starix — это украинская фирма-производитель инструментов для маникюра, для педикюра, для чистки лица. Как в домашних условиях, так и для профессионалов, для салонов. Очень важно, что это украинская фирма, все инструменты выполнены исключительно из нержавеющей стали. Также гарантия идет 3-4 года. Хотя у меня щипчики уже 5 лет. Я с помощью них делала на протяжении 5 лет и маникюр, и педикюр, и еще ни разу их не отдавала на заточку. И они как новые в идеальном состоянии. Может быть, немножечко они начали тупиться. Также все инструменты от фирмы Starix, только ручной заточки. Все идеально, все ровненько, гладко, качество просто изумительное. Это даю я вам 100% гарантию. Сама испробовала эти инструменты на протяжении 5 лет. Качеством очень-очень довольна. Не хуже всех остальных, а намного лучше. По крайней мере, из того, что я пробовала, это самое лучшее. Где-то уже на протяжении 3 лет я не посещаю салоны, чтобы мне там делали маникюр или педикюр, потому что не совсем это гигиенично. Должны все же инструменты быть индивидуального пользования, потому что обрезается кутикула, кожа, где-то соприкосновение с мяском где-то вам сильно обрежут. Маникюрщицы, которые сильно вам все обрежут, у вас кровь выступает или плохо обработает инструментов, поэтому я все же считаю, что надежнее и удобнее для каждой из нас будет делать маникюр и педикюр дома. Просто не ленитесь и в удобное для вас любое время делайте маникюр и педикюр дома, без особого вреда. Потому что никто, кроме вас, не знает вашу кожу, не знает то, чего вы хотите. И поэтому вы сами можете себе сделать лучший маникюр и педикюр именно для вас. И спешу с вами поделиться и показать свою радость новинку от фирмы Starix — маникюрный набор. Мой набор, мой заказ пришел в таком фирменном пакетике от фирмы Starix. Указано здесь два сайта представителя, где можно приобрести товары по ценам производителя. То есть намного дешевле, чем в специализированных магазинах. Все ссылочки, как всегда, я оставлю под видео. Поэтому, если интересно, проходите, смотрите. И покажу поближе свой набор. Полностью чехол выполнен из натуральной кожи. На сайте представлено огромное просто множество различных вариантов маникюрных наборов. Я выбрала для себя оптимальный вариант, то, что мне нужно. Есть, конечно, более такие громоздкие, объемные наборы, но тоже для профессионального, конечно же, использования. Очень меня радует, что есть различные варианты цветового исполнения, текстуры этих чехольчиков маникюрных наборов. Для себя я выбрала вот такой вот красивый из натуральной кожи с золотом. Классный такой бежевый. Здесь вот фирма Starix. Открываете, и вот так вот мой набор выглядит внутри. Также внутри все выполнено из натуральной кожи. Очень, кстати, такой удобный, компактный набор, который можно взять с собой в дорогу, и все самое необходимое у вас будет с собой. Он компактный, занимает мало места. Из чего состоит мой набор? Здесь идут кусачки для маникюра, для педикюра, ножнички, идут щипчики. Идет пилочка стеклянная и идет лопаточка для маникюра и для педикюра. Все выполнено из нержавеющей стали, с исключением стеклянной пилочки. И теперь я вам покажу поподробнее. Кусачки для маникюра и для педикюра. Очень, конечно, хорошая заточка, очень остренькие. Хорошо все обрезают, всю кутикулу, всю лишнюю кожу, просто идеальные. И для маникюра, и для педикюра очень удобные. Теперь у меня есть различные варианты. Была у меня вот такая вот форма щипчиков, более маленькая, теперь более громоздкие есть. Я очень довольна. Теперь даже и предположить боюсь, насколько всего мне этого хватит, насколько лет я запаслась. Следующее. Такие вот ножнички от фирмы Starix. Они очень острые, ими также очень удобно
обрезать всю лишнюю кожицу. Они очень остренькие, такие тоненькие, классная форма, хорошие ножнички достойного качества. Щипчики, пинцетик, очень удобно выщипывает брови. На сайте, кто любит щипчики, пинцетики с ручками, также представлены и варианты с ручками. Я помню, раньше я была огромным любителем таких вот пинцетиков с ручками. Мне было так удобнее. Сейчас я как-то уже приловчилась больше к такой форме и полюбила эту форму. Следующая, стеклянная пилочка. От фирмы Stalix, она, конечно, такая обычная, на сайте есть и более такие громоздкие, различные варианты данных стеклянных пилочек, но хочу сказать, что есть отличие вот этой пилочки от других. Сколько я не пробовала пилочек, вот эта вот пилочка самая лучшая, потому что предыдущие стеклянные пилочки несколько раз подпиляешь ногти и можно ее выбрасывать, она уже просто какая-то становится негодная. То вот на этой пилочке какое-то напыление, ты пиляешь ногти и она... Каждый последующий раз все так же хорошо пиляет ногти. Не знаю, конечно, точно, насколько ее хватит, на сколько лет, но пока она очень все хорошо подпиливает. И последняя, думаю, всем известная, всем любимая лопаточка для маникюра, для педикюра. Этой лопаточкой очень удобно поднимать кутикулу, убирать всю лишнюю кожу. И вот эта вот лопаточка очень удобна для педикюра. Чистить ногтики, классная вещь. В целом набор очень хороший, не обязательно приобретать там целый набор. Вы можете купить щипчики, можете купить отдельно лопаточку того размера, той формы, какую вы хотите. Или выбрать тот набор, в котором будут все те инструменты, которые удобны вам. Поэтому внимательно читайте описание, на сайте все расписано, из чего состоит инструменты, каждый прибор описан. Смотрите состав набора. И вы сможете подобрать подходящий для себя наборчик, чтобы делать маникюр и педикюр в домашних условиях, как и я. Также я себе заказала вот такую вот пилочку для педикюра. Я себе заказала такую по зернистости более грубую, потому что у меня уже есть одна пилочка, она более такая щадящая, и мне нужна была на лето более грубая. Идеальные просто пилочки очень хорошо спиливают на ножках всю лишнюю кожу. Запиливаю я свою кожу на ножках в сухом состоянии. Я уже прочитала не одну статью, чтобы кожа не нарастала, нужно подпиливать ее в сухом состоянии. Раньше как-то я даже пользовалась бритвенными станками, наверное, вставляла лезвие, как и все, и срезала лишнюю кожу. У меня постоянно была кровь, какие-то порезы, это просто ужасно. Я давно от этого отказалась и нисколечки не жалею. Пилочки намного лучше для педикюра. Вещи незаменимые. Также от фирмы Stalix. Это у меня зернистость 60 на 80. Такая вот милая пилочка. Конечно, обычная, как и во всех фирмах. Но стоят они очень-очень недорого, довольно-таки бюджетные. И последнее, самое интересное, то, о чем я вам говорила, с помощью каких же инструментов я произвожу чистку своего лица, своих пор. От фирмы Stalix у меня вот такие вот две ложечки Una. Одна старая, я ее уже сломала, открывала, не помню что, но отломала вторую часть. И заказала такую же новую. Вот, и у меня теперь две ложечки Una. На сайте представлены как ложечки Una, также представлена игла Видаля, с другой стороны ложечка Una для чистки пор. И третий вариант это петля, то есть все инструменты, которые необходимы косметологам для чистки лица. Ну, такие инструменты я покупаю и для чистки пор в домашних условиях. Очень, кстати, незаменимая вещь. Если бы я ходила постоянно к косметологу и чистила поры, то мне нужно было как минимум, наверное, раз в 2 недели, а то и раз в 10 дней ходить к косметологу, чтобы мне чистили поры. Это мне невыгодно, очень накладно, это занимает очень много времени, поэтому я приспособилась и чистку своих пор я произвожу сама. Причем инструменты у Stalix лучше. У меня было уже несколько ложечек Una от разных производителей, и предыдущих травмировали кожу, потому что они были неправильной формы, неправильной заточки. Вот это вот от Stalix очень хорошая ложечка Una. Здесь идет такая лопаточка, много дырочек для чистки пор. Есть лопаточка, которую можно выдавливать прыщики.
выдавливать ваши поры, чистить. Очень классные штучки от фирмы Сталик. Всем рекомендую. Приобретите себе такие ложечки Уна, и вы сможете отказаться от услуг косметолога. Вам не нужно будет ходить постоянно к косметологу на чистку лица. Вы все сможете без проблем в любое для вас удобное время делать чистку своих пор. Главное, нужно распарить правильно кожу, можно с травками. Потом производите чистку своих пор очень аккуратно. Потом наносите успокаивающую, заживляющую, противовоспалительную масочку. И все, без проблем ваши поры будут в чистом, идеальном состоянии. Вот и все, что я сегодня вам хотела рассказать и показать. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обязательно задавайте, пишите свои вопросы в инфо под видео. Всем пока-пока, до новых встреч! Пока!